Здравствуйте, меня зовут Армен Карпетьянц, я преподаватель школы художник онлайн. Хочу пригласить вас на курс «Рисунок в диджитал». В рамках этого курса мы с вами будем работать в такой программе, как Procreate. Вы, конечно же, можете выполнять задания в любых других программах и любыми другими материалами, которые вам будут удобней для выполнения данных заданий. В рамках этого курса мы с вами поговорим о рисовании, рисунке, о набросках и скетчинге. Поговорим о том, как можно использовать быстрый рисунок и зарисовки для изучения окружающего мира. Разберем темы формы, как моделировать форму, на что мы должны ориентироваться, когда пытаемся ее изобразить средствами рисунка. Поговорим с вами о перспективе, о том, в каких случаях она нам может понадобиться и как можно ее использовать для выполнения быстрого наброска или зарисовки. Также поговорим с вами о эллипсах и при рисовании каких именно объектов они нам могут понадобиться. Также затронем тему складок, о том, как форма меняется в зависимости от характера предмета и о том, на примере каких референсов можно изучать эту тему. Поговорим с вами о композиции. Попробуем использовать эту дисциплину в рамках рисования каких-то быстрых рисунков, зарисовок. Также в рамках этого курса мы обсудим с вами тему освещения и о том, как свет помогает нам выявить форму, как мы можем его использовать для того, чтобы подчеркнуть впечатление от того объекта, который пытаемся с вами изобразить. В рамках этой темы поговорим о разных выразительных средствах и о том, как их можно использовать. И увидим, что их многообразие позволяет нам выполнить практически любую задачу, которую мы можем перед собой поставить. По итогам этого курса вы сможете дополнить имеющиеся у вас знания относительно дисциплины рисования и как можно их применять в той профессии, которой вы занимаетесь. Буду рад видеть вас всех на этом курсе.